Дорогие ксавчане, я очень рад сегодня приветствовать вас здесь, на этом торжественном митинге, который посвящен 55-летию со дня основания города. Поздравить вас с этим юбилеем, с праздником. История выставила вам сегодня 2 пятерки. Вы сегодня у нас полные, круглые отличники. И очень приятно было здесь, на новом бульваре, у новой такой скульптуры оленя, видеть детей, которые прекрасно рисуют. Город все свои годы развивался очень динамично. Увеличились мощности производственные, рос завод, одновременно с ним развивался и город. И сегодня Нижегород.